Всем привет! Сегодня 27 декабря, и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление небольшое, причем анонсированное оно было еще в прошлый четверг, но так и не появилось, да. Значит, начнем. Добавили новую карту. Карту это спецпропуск. Вот, за участие в любых геймплеях можно получить дополнительную награду. Вот этот спецпропуск, он на месяц покупается. Стоит он $15. И купив его, можно сразу получить предметы, которые они накапливаются в течение месяца, он как месячная карта, да. Если вы не купите его 1 числа, они накапливаются, потом купив, вы можете получить сразу все. И плюс еще дополнительно оставшиеся дни получать награду за прохождение каких-то участий. То есть купив, можно получить дополнительную награду за участие в инстанциях, логове босса и пустоши. То есть три места, где можно получать. До покупки награды будут накапливаться, поэтому после покупки можно получить их за один раз сразу же. Максимальное накопление 30 дней, ну как бы месяц. Ну скажем вот, за 23 дня у меня накопилось 100 магических камней, 2 лиловых молотка. Но это не 23 дня, можно сказать. Это осталось 23, да, накопление 8 дней, это с прошлого. Вот о чем я говорил, то что его ввели все-таки уже неделю назад. 8 дней уже накапливаются награды. 100 магических камней, 2 лиловых молотка, это за 8 дней, я еще раз говорю, 9 камней красных, 7 грибов, 35 черники, 13 мешков сокровищ, 500 000 денег, 7 камней зеленых, в общем, ну такой хлам, 1500 славы, ну такое ни о чем, в принципе, за 8 дней, даже если умножить на 3, оно не окупается, я вам честно скажу, $15 оно того не стоит. Ну, как я считаю, то покупать смысла его нет. Так, кроме спецпропуска, нам добавили еще новый облик коня, да? Там снеговичок был, я его где-то видел. А, вот он. Я не знаю, может он уже был и раньше, и я его не замечал. Но мне, по-моему, что его не было, его добавили вот рождественское йети, его только вот сейчас добавили. Он довольно симпотный такой, зубики прикольные. Вот, рождественское. А, я понимаю, это вы полностью превращаетесь в рождественское йети. Тут даже нет места, где вы будете сидеть или на подарках сверху, ну, возможно. Вот, рождественское йети. Также тоже было анонсировано в прошлом обновлении. Также оно было, но я не снимал видео, потому как мне было интересно снимать видео из-за одного там, маленького изменения. Будут и изменены музыкальные инструменты, да. При прокачке музыкальных инструментов, то есть всех четырех, если вы соберете все четыре инструмента и полностью прокачаете вот эти вот как параметры, да, вот эти вот, которые есть. То есть вот у меня недокачаны на третьем. Если вы на всех четырех прокачаете, то внизу, где написано усиление этого музыкального инструмента завершено, будет кнопка. Кнопка для апгрейда музыкального инструмента до следующего уровня. Сейчас это классические музыкальные инструменты, а дальше будут модерн, типа модернизированные музыкальные инструменты. Нужен какой-то камень, будет в ближайшем ивенте на музыкальные инструменты, как я понимаю, камень для прорыва, если я не ошибаюсь. То есть для изменения обычного музыкального инструмента, типа модернизированного музыкального инструмента, опять же, появятся такие же параметры. Также будет музыкальный строй, но, как я понял, нужна будет богиня мелодии выше уровня для того, чтобы открыть там ноты. Пятые, например, нужно будет, наверное, плюс 15 богиня, к примеру. Я не знаю, но, по-моему, что именно так она и будет. Для того, чтобы открыть эти вот аккорды. Здесь вот C аккорд, там, по-моему, и B, C, D, и F, G. Не знаю, в общем. Там будут и F. В общем, пока вот то, что известно, это то, что нужно будет ждать новый ивент. Новые камни, то что нужно сразу все четыре инструмента проточенных на максимум, иначе не появится кнопка эволюции. Вот, в принципе, ну и все, я думаю, больше таких каких-то особых обновлений каких-то не было. Нам писали в обновлениях, что у нас изменят Грааль, но я как бы не понял, в принципе. Вот здесь все изменения на английском, я прочитал, и это просто как бы
То, что вводится Грааль, а он у нас уже давным-давно есть. Возможно, они просто ошиблись и неправильно что-то описали. А возможно, завтра мы посмотрим, и возможно, завтра действительно как-то изменился Грааль. Но если да, то я сниму отдельное видео. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.